Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за приглашение, рад нашей новой встрече. Отдельное спасибо за приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, посвященном 50-летию начала строительства БАМа. В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности. Как вы отметили, Гейдар Алиевич Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта, который назывался, я помню, «Всесоюзной стройкой», и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас, конечно, очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии. Мы сегодня увидимся позже с теми, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта. Какие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более 2 лет мы работаем в рамках декларации о союзническом взаимодействии, которую мы с вами подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года. И который является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем. Как вы отметили, повестка дня достаточно обширная. Там присутствует в том числе и транспортный компонент, мы сегодня это обсудим, проект международного транспортного коридора «Север-Юг», объединяющий наши страны и наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами. Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и более широкой географии. И от действенного взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов. Еще раз выражаю благодарность за сегодняшнюю встречу и уверен, что она даст новый толчок развитию наших отношений. Спасибо. Спасибо.